Ремонтируют по особому дороге в городе Балашов Саратовской области. Под прицел видеокамеры одного из местных журналистов попали рабочие, которые при помощи спецоборудования сдували пыль с участка ремонтируемой улицы. Мужчины сильно качались из стороны в сторону и, по-видимому, находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда рабочие заметили, что их снимают, они направились к журналисту. Один из мужчин погнался за ним, при этом все время нецензурно выражаясь. Ситуацию спас лишь остановившийся водитель, который увез журналиста от агрессивных представителей дорожной службы.